Белоглинскому многофункциональному центру исполнилось 10 лет. 25 ноября глава района Александр Куклин приехал в Центр государственных и муниципальных услуг «Мои документы», чтобы поздравить коллектив с юбилейной датой. Я всегда говорю о том, что оцениваю работу службы по обращениям граждан. Так вот, ни одного за последние годы обращения граждан в качестве негатива я не слышал, не видел, а только позитив, только слова благодарности. Люди уже практически не могут жить без нашего МФЦ, без приема документов, без получения услуг. Нужно набирать потенциал, по-прежнему продолжать работу на благо жителей нашего района. С праздником вас! Здоровья, благополучия, всего самого хорошего. Наталья Важова муниципальным учреждением руководит меньше года. До назначения на должность директора несколько лет работала специалистом МФЦ. Глава вручил Наталье Николаевне почетную грамоту и подарок – наручные часы с логотипом Белоглинского района. От себя лично и от своего коллектива хочу поблагодарить вас, что вы пришли, не забыли нас, поздравили коллективу здоровья, благополучия, счастья. Чтобы наша организация также процветала, как эти 10 лет, и только шли вперед. Почетными грамотами и благодарственными письмами отмечены лучшие сотрудники. В числе награжденных – экс-руководитель многофункционального центра. Ольга Сорокина поздравила коллег, с которыми уже 10 лет работает бок о бок. 10 лет пролетело, действительно, как один миг. И кто такой руководитель, если у него такие замечательные люди, замечательный коллектив? Подобраны, Александр Николаевич, были самые настоящие профессионалы. Потому что без них действительно нельзя было справиться с такой сложной работой. Все преодолели, время идет, река течет, паровоз идет. Добрый путь, всего хорошего, всех люблю. Спасибо, Александр Николаевич, вам за поддержку. Каждому награжденному специалисту Александр Куклин преподнес в подарок картину с видом на ротонду Белоглинского парка культуры и отдыха. Спасибо вам тоже, здоровья, благополучия. И все хорошо. И вот, спасибо большое. Федеральный закон об организации предоставления государственных и муниципальных услуг был принят в 2010 году. В построении сети МФЦ заложен принцип шаговой доступности. Легко и быстро получить необходимый документ, выписку или справку в одном месте. Это экономит время и усилия, позволяет избежать посещения различных ведомств и длинных очередей. Режим одного окна доказал свое удобство и востребованность. Коллектив МФЦ всегда дружный, сплоченный. Мы работаем уже много лет. Когда проводятся выборы, они оказывают услуги по предоставлению пункта приема заявлений для избирателей. Поэтому желаем плодотворной работы, здоровья, благополучия, всего самого наилучшего. Несмотря на юбилейную дату, работа в МФЦ кипит. Трудно не заметить празднично оформленный офис. Жители района, обращаясь за услугой, поздравляли коллектив, отмечая оперативность, качество и высокий уровень обслуживания. Специалисты у вас все достаточно квалифицированные, всегда дадут хорошую консультацию, всегда помогут. Поэтому я считаю, что это очень нужная организация. Так что я вас поздравляю с вашим небольшим юбилеем. Дальнейшего вам процветания. Хороших клиентов вам, не скандальных. Чтобы у вас все получалось. Чтобы здоровье вам самое главное. Берегите себя и своих близких. Сеть МФЦ ежегодно совершенствуется, внедряются новые сервисы и передовые технологии, повышаются профессионализм сотрудников и качество обслуживания, расширяется перечень муниципальных и государственных услуг.